специальных призов конкурса «Мы живем в Хакасии» удостоена команда нашей телекомпании. За вклад в развитие национальных традиций корреспондент Константин Кравцов и оператор Сергей Казьмин удостоены специального приза за свой фильм о Таштыпском районе «Свободные люди». А корреспондент Радио России Хакасия Юлия Метельская стала лучшей в номинации за радиорепортаж о фестивале «Талгана» в музее под открытым небом Казановка. Конкурс «Мы живем в Хакасии» проводит Республиканский союз журналистов при поддержке Министерства национальной политики.